Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мы рассмотрели фильтры и сегменты. Сразу скажу, что сегменты – основной инструмент работы с аналитикой. Но бывают ситуации, когда вы заранее уверены на 100%, что ваша основная аудитория ограничена каким-то показателем, чаще всего географией или, скажем, возрастом. В таком случае можно сразу настроить фильтр на уровне представления. И в ваш отчет просто вообще никак не будут попадать данные из других сегментов, других городов или возрастов. В каком-то смысле это психологический момент. В таком случае вам не на что будет отвлекаться, у вас просто не будет других данных, кроме целевых. Но сначала еще два слова о сегментах. Забыл сказать в предыдущем видео, информация несущественная, но иногда то, что кажется несущественным для спикера, крайне существенно для слушателей. Я рассказал, как открывать сегменты, но не рассказал, как их закрывать. При нажатии вот на этот треугольник можно вызвать выпадающее меню. Здесь несколько пунктов, все они понятны, есть пункт «Удалить». Звучит угрожающе, но это неверный перевод. Правильнее было бы сказать «Закрыть». Сегмент этот вы не удаляете, он остается у вас сохраненным. Кстати, тут есть каталогизация. В пользовательских все сегменты созданы вами. Со временем их может тут оказаться много. Поэтому есть еще закладка «Избранная». Отмечайте сегмент звездочкой, он попадает в «Избранное». А вот. Ну и все. Переходим в панель администратора и начинаем настраивать представление. Я говорил, что тут есть ряд настроек по всем трем уровням. В представлениях мы разобрались с доступом и целями, теперь разберемся с фильтрами. Но сначала создадим новое представление. У нас их тут уже есть несколько, и в представлении все данные, никакие фильтры создавать нельзя. Позже объясню почему. Вот у нас есть новое представление под названием «Питер» и идем в фильтры. Тут есть встроенный и пользовательский. Сначала про встроенный. Стандартные операторы «Исключить-включить» и всего 4 возможных фильтра. Наиболее востребованы 2 – трафик с IP-адресов и трафик в подкаталоге. Трафик с IP-адресов нужен, чтобы исключить трафик из офиса. Как известно, ваши сотрудники – самые частые и самые лояльные посетители вашего сайта. И поэтому они могут путать отчеты своим трафиком. В таком случае IP-адреса компании можно заблокировать, и в отчетах будет только пользовательский трафик. Не буду показывать как, в целях экономии времени. А покажу трафик в подкаталоге, потому что так мы сразу увидим результат. Выбираем «Включить только» и указываем подкаталог. Registration. Сейчас сохраню и объясню, что мы сделали. Надо только назвать и... забыл указывать оператор. Пусть будет содержащий, потому что там есть техническая информация в ссылке после registration. Все. Сохранить, и у нас появился фильтр. Что мы сделали? Мы создали представление, в котором будет собираться информация только по тем пользователям, которые перешли на страницу регистрации. То есть вот у нас сайт прожектора. Если человек соберется зарегистрироваться, он попадет на страницу по этому адресу. Мы добавили в соответствии с условиями все, что после домена, то есть /registration, и указали, что в отчет нам нужно включить только тех, кто перешел по этому адресу, который начинается с этого слова. Цель, я надеюсь, ясна. Основное действие, которое нас интересует на этом сайте – регистрация на хакатоне. Можно установить цель, настраивать сегменты, можно, да. А можно просто отсечь весь трафик, который не дошел до регистрации. При этом у нас останется и общий трафик, нужно просто выбрать другое представление. Но здесь у нас будет именно целевой. То есть можно сказать, что это глобальный фильтр, который работает до применения всех остальных фильтров и сегментов. Но почему же в отчете у нас нет вообще никаких данных, а одни сплошные нули? А потому что фильтр этот включается в момент создания. То есть вот с этого момента он включился, и все, что не попадает под условия, в аналитику по этому представлению вообще не будет попадать. Эти данные вы уже никогда не восстановите, поэтому я сказал вначале, что подфильтрованные данные всегда нужно создавать новое представление и оставлять чистым, без фильтра, представление с отчетом по всем данным. То, что всегда есть по умолчанию у любого ресурса. Вот мы зашли на регистрацию на сайте, и в представлении с фильтром в отчетах в реальном времени мы видим одного человека прямо сейчас. Если бы на регистрацию я не зашел, его бы здесь не было. Ну и практическая часть, хотя фильтрация по цели также относится к практической. Кроме встроенного фильтра, тут есть еще и пользовательский.
И вот пользовательский – это уже комбайн. Тут есть почти все. У нас по легенде особое внимание уделяется трафику из Санкт-Петербурга, и можно поставить этот фильтр уже в представление. То есть город Санкт-Петербург. Единственное – включить, а не исключить. Еще раз город. Тут несколько возможных действий. Есть, кстати, полезные, но ограничимся основными. Включить, исключить. И нужно значение, что включать. Шаблон фильтра, странный перевод, кстати. Тут надо без ошибок написать Санкт-Петербург, поэтому лучше делать копипаст. Представления, кстати, меняются вот здесь. В текущем представлении мы Санкт-Петербург не найдем. Нам нужны все данные. Вот так это пишется. Вставляем все. Теперь в этом представлении мы имеем только людей из Санкт-Петербурга, которые дошли до регистрации. В принципе, фильтр про регистрацию можно удалить или создать еще одно представление, где будет только фильтрация по городу. Фильтрация на уровне представлений – еще один действенный инструмент аналитики. Единственное, продумывать это надо в самом начале. Прямо на старте проекта нужно предусмотреть, какие сегменты для вас особо значимы. Создать под них представление и потом погружаться то в один сегмент, то в другой. Ну и про общий трафик по сайту, в общем-то, не забывать. Он также может подкинуть вам массу неожиданных тем для раздумий.